Друзья, всем привет! Я сегодня приехал на плавучий рынок. Это юг города, и хочу вам его показать. Это очень популярное место. Здесь всегда очень много людей. Сейчас смотрите, покажу немного хотя бы с самого начала, как это выглядит все. Видите, да? То есть это торговые точки в виде домиков, и они все расположены на воде. Я думаю, будет интересно. Давайте начнем. Друзья, сейчас я вам покажу, как здесь происходит вход. Так, вот так вот заходите. И здесь кассы. Есть различные варианты посещения, билеты. Стоят по-разному. Давайте я вам покажу. Видите, вход плюс тай-дресс, наверное, тайская одежда, что-то 1600 стоит. Потом еще... на лодке покататься 1200. Самый простой, это 200 стоит бат. Вот я возьму просто самый простой вход, и все. И 800. Ну, как вы имеете в виду, да? Вот такие вот цены. Вот так происходит. Вы покупаете билет. Сейчас я дождусь своей очереди и куплю. Вот так он выглядит. Так, ну, две бумажки. Ой, одна упала. Сейчас мы поднимем. Все, билет мы купили, сейчас направляемся смотреть сам рынок. Здесь одно из моих любимых кафе Amazon, сразу справа. Я думаю, попозже кофе выпью. Я, если честно, здесь впервые сам. Поэтому, если вдруг что-то неправильно сказал или рассказал, пожалуйста, без сути. Вот кафе. Ну, в общем, я так понял, что это все такое туристическое, притуристическое. Ну, зато есть что посмотреть. Вот уже начинается эта красота. Вот видите, вода и домики. О, какой здесь слон красивый, смотрите. Так, хочу показать вам морду. И вот сам этот непосредственно floating market. Плавучий рынок в виде лодки он сделан. Так, мы с вами подошли к входу. Сейчас мне нужно будет дать билет. Сейчас я найду. Не. Сейчас все проверят. А, это мне, наверное, да. Cool. Thank you. Вот такой турникет. И мы с вами заходим. Ну, как вам? Вот мы сейчас с вами внутри лодки находимся, видите? Потолок выполнен как небо. Повыше покажу. И тут какие-то фотографии, видимо, с какой-то общественной жизни Таиланда. Ну, наверняка есть история у этого рынка. Смотрите, это, видимо, какая-то коляска для каких-то знаменитостей, наверное, известных людей возили в свое время. И здесь тоже какие-то бюсты. Все, конечно, на тайском. Сейчас надо будет как-то так понять, как здесь ходить правильно. Наверное, все-таки начнем с правой стороны. Вот здесь уже жизнь, так скажем, начинается. Продажная. Что здесь продают? А, ну тут всех этих морских сушеных гадов продают, смотрите. Чего только нет. Да, классно. Вот, пожалуйста, ход.
Друзья, я надеюсь, сегодня не будет сильного дождя, потому что, конечно, очень пасмурная погода. Но я думаю, все нормально будет. Я сейчас вам покажу максимально этот рынок. Очень, кстати, много туристов из Китая уже начало приезжать сюда. Поэтому, так скажем, Паттайя оживает, весь Таиланд оживает. Друзья, смотрите, как здесь все интересно выполнено, видите? Так, мы с вами идем дальше. Знаете, очень много мест в Паттайе, куда можно поехать. Просто вот как-то так сформировалось, что какие-то классические такие направления туристические, я имею в виду, продают в турфирмах, и туристы, да, турагенты сами предлагают, ну, видимо, по каким-то своим причинам. А на самом деле вот очень мест много в Таиланде, в Паттайе, куда можно поехать и прям действительно получить какое-то удовольствие. Смотрите, тут что-то в фотографиях, и здесь, смотрите, любимое мое слово – любовь, love. Давайте посмотрим за этими буквами, что здесь. Класс, да? Я бы, наверное, в такой вилле пожил. Какое-то время. Ну, наверное, тут, конечно, очень много комаров. Особенно по ночам. Пожалуйста, всякие сумки из кожи. Видите, какое количество? Сумка с надписью «Таиланд». Это что такое? А, это зонты. Да. Видите, японские. Класс, причем задумка такая прикольная. И, кстати, друзья, если вы хотите, например, чтобы я сделал видео какое-нибудь про ювелирку именно, да, напишите, потому что мне кажется, это интересная очень тема, потому что сейчас возобновился, так скажем, тренд очень сильно вот по поводу бижутерии, камней, ювелирных украшений. Это сейчас в мире опять все стало очень интересно людям. Многие дизайнеры, кстати, стали возвращаться к камням тоже. Минимализм, он, конечно, до сих пор рулит, но уже люди хотят что-то яркое. Смотрите, какие детские разные, помню, как это называется, сандали, туфли. Ну, кстати, вот достойно выглядит, да, вот такие вот вещи, сумки, прям вот качественно выполнены. Надеюсь, у меня получится перенести вас немного в Таиланд. Давайте в переулок зайдем, посмотрим, что здесь есть. А, вот мы пришли к этому дому отдельно стоящему. Смотрите. Бац, цветок. Цветы, конечно, искусственные, но очень они тут в тему, так скажем. Так, что там? А это обратная сторона магазинов, наверное, да. Посмотрите. Это, я так понял, какое-то колесо, которое крутит воду. Мы еще обязательно с вами вернемся в торговые ряды. Просто хочу вам показать, что здесь есть вот поблизости еще. Смотрите, White House, ресторан и кафе, Белый дом.
Если вдруг кто-то из вас был, так скажем, здесь, на этом плавучем рынке, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях. О, тучи как сгущаются. Думаю, сейчас ливанет. Кстати, друзья, хотел поблагодарить всех тех, кто ставит лайки, подписывается, пишет комментарии. Мне действительно очень приятно, потому что вы – это мое топливо, так скажем. Благодаря вам я и делаю эти видео, и благодаря вам их смотрят. Смотрите, как красиво. Так, что здесь? А, тут это так выполненный макет с мороженым, я так понял. Или это мыло, что это? Нет, это мороженое, айскрим. Айскрим? Привет. Тут все таком в электрике, в синем, в неоне. Посмотрите. Как коммерческая задумка. И смотрите, все вот эти вот элементы на футболке, они все светятся. Мне вот рюкзаки больше всего вот из сумок нравятся. Классные. Удобные. Чуть дальше смотрим все, что здесь есть. Ну, как вы поняли, что между домиками есть вот такие вот мини-мосты, переходы. Ну, конечно, чтобы вы могли там от одного магазина к другому перейти. По-другому здесь никак. Знаете, неплохо здесь. Можно приехать сюда несколько раз даже, если честно, и погулять, потому что как-то здесь атмосферно. Я помню, я ходил в какой-то развлекательный центр House of Benedict, но там был, конечно, трэш, мне он вообще не понравился. Смотрите, как живые. Да, здесь тоже, вот смотрите, экспозиция. Нравится мне в Таиланде, потому что здесь все какие-то расслабленные. Вот нет никакого негатива, вот один действительно позитив и просто атмосфера класс. Хочется все время здесь отдыхать. Вот я был в разных там странах Азии, ну не знаю, вот Бали, да, вот не нравится мне что-то, вот не мое. Вот в Таиланд все равно выигрывает, потому что здесь инфраструктуры как-то больше для туристов, хочешь это, ну все как-то и народ, мне кажется, да, сами тайцы они поинтереснее будут, повеселее, так скажем, подобрей. Класс, смотрите, какая стена. Давайте сейчас поднимемся, перейдем немного в другом направлении, будем двигаться. Пам-парам-пам. Тут, конечно, какой-то такой шум, но, знаете, в этом и есть весь Таиланд, мне кажется, в этом шуме. Вон, посмотрите, какое количество людей на лодке везут. Как она только не тонет. Вообще, это класс. Спасибо.
Кстати, тоже все делают какие-то съемки. Ну да, благодаря Ютубу, мне кажется, это прям вообще мир стал намного веселей. Так, куда мы пойдем? Наверное, вот влево. Знаете, мне, например, просто нравится ходить и гулять. Потому что вот атмосфера просто расслабляющая. И я еще, конечно, очень люблю куда-нибудь поехать. На автобусе, куда-нибудь далеко. Вот эти, кстати, шарфы классные, известные. Ну, типа как кашемир. Это, конечно, не кашемир. Это другой материал, так скажем. Я думаю, это химический какой-то микромодал. Поближе вам покажу, как выполнена эта стена. Видите, такие куски ткани сжатые, разноцветные, пришили к подносам. Вот, кстати, очень красивая панорама, мне кажется, да? Смотрите. Здесь есть какой-то мост, какой-то покрупнее. Ну, там, видимо, уже просто ничего нет на той стороне, хотя есть вроде бы какие-то домики. Сейчас вот отсюда посмотрим с вами. Вот как классно здесь, смотрите. Смотрите, друзья, крокодилов жарят. Какой кошмар. 50 бат стоит шашлычок. Да. Сифуды, ребра свиные. 150 кусочек. Тут, пожалуйста, шейки делают различные. И народ прям тут сидит и ест. Tasty? Yes, tasty. Yes? Супер. Друзья, ну тут, конечно, море всего. Прям хочется что-то купить. Очень много, конечно, жителей Китая, которые все это скупают. Ой, всем предлагают что-то попробовать, каких-то жуков, тараканов. Ну, я что-то как-то не готов еще. Так, я так понял, что мы уже с вами практически до конца дошли. Да, здесь выход. А там же впереди дорога. Так понял, да. А, это железнодорожная станция, наверное. Друзья, огромное вам спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Мне очень приятно. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, напишите какой-нибудь комментарий. Это все поможет продвижению видео. И, конечно, я вас очень всех обожаю. До следующих встреч. Пока!
Видите, какое количество туристов. Такой стоит гул, что просто ничего невозможно услышать.